Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды! Ребята, всем привет! У нас сегодня крутой обзор, новый персонаж и, конечно же, супер видео! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Итак, ребятушки, можете сейчас прямо написать, на кого у нас будет обзорчик, но его вы увидите уже очень скоро. Да, ребята, крутой-крутой персонаж, давно с нами, может контратаковать. И это Раф из мультика. Ну что ж, давайте посмотрим, на что он способен. Он платиновый 100 уровня. Да, ребята, если вы хотите такого же Рафа прокачанного или всех прокачанных персонажей, 100 уровень аккаунта, кучу баксов, мутагенов, всего-всего по игре, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео. Уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет прокачать аккаунт. Это точно. А также, ребята, пишите, сможет ли Раф пройти всех боссов и до какой главы он дойдет. Да, ребята, справится ли он с Кренгом Прайма, победит ли верховного Кренга Ирмочку? Да, ну что ж, им будет не так уж и легко, потому что он контр-атачер, но при этом у него нет ни одной массовой атаки. Да, ребята, массовой атаки нету, хила нету, но будем выезжать реально на контр-атаке. Это его конек, его фишка и козырной туз в рукаве. Так, ну что же, мощная атака и пронзающий удар. 6700, ребята, постепенный урон накладывает эта атака, но не так уж и сильно, как хотелось бы на самом деле. Но за счет постепенного урона, возможно, она будет добивать противника. Да, все возможно, ребята, и я думаю, что это поможет на Кренге Прайме, если мы дойдем до него. Но это мы уже посмотрим позже, ребята, и обязательно досмотрите видео до конца, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Да, кстати говоря, у Рафа еще прекрасная способность повышения урона, которую мы применим обязательно, но, наверное, не на первых главах. Да, ребята, урончик повышать он может, и это хорошо. А что у него за пассивочка, между прочим? Контратака. А, ну контратака, точно-точно. Она не появляется, она всегда существует. Это, кстати говоря, бонус всех первых персонажей, да? Которые... Да. И при исполнении первой атаки у нее есть шанс повесить на себя дополнительную защиту, что также дает преимущество в бою. Огромное преимущество. И сейчас, как вы видите, защита у нас висит и против нас Крэнг из коробочек. Отличненько. Ну что же, получай, Крэнги. Получай 6000 дамага. 7700, даже так. Уже лучше, ребята, уже намного лучше. Раф набирает обороты, а сейчас мы пойдем к Шреддеру в гости. Ах ты, Шреддик, жди нас, дружище. Жди Рафаэля с Саями, который нанесет тебе, ну прям уж не сказать, что крутой дамаг, но достойный. Достойный, достойный урон, конечно же. Здесь три волны у нас, и все начинается с клана Фуд. Эх, клан Фудовцы, массовую атаку будем запулить. Я так да, их не люблю. Но у нас, к сожалению, ее нет, и они уже атакуют, представляешь? Ага, на контратаке выезжать будем. Конечно, у нас сопротивление есть какое-то. В принципе, можно отойти в сторону и посмотреть, как Раф контратакует. Да, ребята. Кстати говоря, единственный персонаж, помимо Сплинтера, кто может контратаковать. Да, больше никого не добавляли с такой способностью, хотя она очень прекрасная и имбовая. Да, ребята, да. Но, кстати говоря, новые персонажи лишены у нас хила, да? Да. Можно так сказать. И будем надеяться, что в будущем может и контратака появиться. Конечно, каких-то новых героев, их еще предостаточно, которых можно добавить в игру, и мы, конечно же, ждем обновления. Да, ребята, обновление было бы кстати, а сейчас у нас битва с Шреддером. Ну что ж, могучая железяка, ты готов? Да, ты готов получить 1007 уж точно от Рафа. И бам, 5900. Ах, 5900, чуть-чуть поменьше, ребята. Ну, все-таки это Шреддер, можно сделать поблажку.
Согласен, согласен. Сейчас посмотрим, как справится наш могучий Раф с грибочками. А, много грибочков в лесу, ребята, да-да-да. Но контратака наш бонус, ребята. Не будем об этом забывать. И, конечно же, она сейчас нам очень сильно поможет. Обязательно поможет. Так, первая волна, и здесь нужно распрощаться с грибочками. Ах, они первые даже атакуют. Ага. Ну, это нам на руку, можно и так сказать. Можно и так сказать, останутся только мотыльки. Хе-хей, мотылечки остаются, а мы их добиваем, ребята. Защиту себе повышаем, и последний пузанчик уходит в никуда. Ну что ж, ребят, 5 грибочков, похожих на медуз, да? Вроде как это, наверное, все-таки медузы, а не грибочки. Нет, это грибы все-таки. Ну, главный-то у них гриб. Ну, главный гриб, но они очень на медуз похожи. Что за мне все со временем, чем дальше мы играем, тем больше мне кажется, что это маленькие медузята. То есть спустя практически 2 года, как мы играем в эту игру, ты решил, что это медузы, да? Ну, что-то мне как-то подсказывает. Ну, не знаю, смотри, они как будто в воде вот так вот плавают, видишь, раскрывают свои шапки. Но они же не в воде. Ну, они не в воде, но вот так вот витают, как в космосе Раф, там, Донни, Майки. Так, ну что же, грибок, берегись, наверное, он будет первый, кстати говоря, атаковать. Ну и поплатится за это, ребята, контратака от Рафа. А, нет. Мы первые, я надеюсь, что постепенный урон добьет его. Ах, нет, даже с одной атаки справился Рафи. С одного раза, ребята, Раф выносит грибочка, и мы отправляемся как раз к братьям-големам, которых я даже не знаю, как мы будем домажить, что у нас за стратегия будет. Да какая стратегия здесь может быть с Рафом? Жди атаку, чтобы контратаковать. Ха-ха, вот он девиз Рафаэля, ребята. Раф из мультика у нас любит, когда его атакуют. Да, он любитель получить дамаг и в ответочку навалять. Ну что ж, смотри, как начинаются атаки, начинается контратака. И я надеюсь, что, кстати говоря, Раф, да, с одного удара будет выносить, еще и защиту себя повысил. Прекрасно, прекрасно. Смотри, остался последний пузанчик, и он тоже схлопочет по полной. Шикарно, шикарно, ребята. Рафу бы еще атаку повысить, да, на следующих уровнях где-нибудь. А я вот думаю, сейчас на второй волне как раз мы и повысим себе атаку. Давай попробуем. Давай попробуем повысить атаку, ребята, и чтоб наверняка все у нас противники с одного раза легли. Бам! Защита повышена. Это провокация будет или скорость? Да, провокация. Провокация, ребята. Ну, слушай, с повышенной атакой 7000 совсем неплохой дамаг. Да, 7500 обычная атака на... И знаете, я считаю, что он быстренько сейчас расправится с ними и перенесется к големам. Конечно. Она бы, кстати говоря, атака бы еще бы на големчиков сохранилась. Она сохранится, почему нет? А сколько ходов она может продержаться? 5, что ли? Почему 5? У нас только вот сейчас один ход, по сути, был. А, да. Контратака не считается за ход, да. Поэтому сохраняются все бафы. Отлично, ребята, отлично. И защита, значит, висеть у нас будет. Да, и защита будет, и еще он и может повесить защиту, когда исполняет контратаку. Шикарно, ребятки, големчики здороваются и готовятся проиграть. Ну что же, бам! Ха-ха, контратака на повышенной атаке, давай, Рафи! Красава, с одного удара, разложил. Шикарно, ребята, босса с контратаки с одного удара, ну что может быть лучше? Куда-то не в ту сторону он почему-то решил метнуться, но это был обманный маневр и победа. Да, ребята, выходим на верховного Кренга, но здесь нас ждет сложное испытание. Маленькие Кренги, злобные, которые так и норовят навешать кучу дебафов, которые сейчас мы встретим как раз. Да, надо пройти. Надо сражаться и побеждать. Надо, надо, ребята, вот они, 5 их здесь, и они начинают как раз атаковать. Мимо! И с одного удара сможет? Нет, к сожалению. Уже не может с одного удара, но защита повысилась, и это хорошо. Немножечко оглушение дал нам. И здесь даже с одного удара. Да, с одного удара, то, кстати говоря, одного класса был у нас. Да. Так, здесь у нас вообще классовое преимущество было. Так, 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 видимо, всех с одного удара, кроме одноклассника, да? Нет, не, тот рыженький. А, тот рыженький, а мы красненький, да-да-да-да-да. Но все равно мы его одолели, и опять же на контратаке они оказались быстрее, но это и была их большая ошибка. Шикарно, ребята, шикарно, но у нас заблокированы все атаки, которые только есть, и это не страшно.
Я предлагаю повысить атаку и на контратаке вытащить вторую волну. Ну что ж, ребят, Раф неплохо справляется. Самая одна из решающих глав на изи просто протекает. И сейчас мы сразимся уже с Верховным Кренгом. Осталось два противника. Два противника, контратака нам поможет. Бам, 5200, и последний противник уходит отдыхать. Ну что ж, ребята, Ирма, Верховный Крэнк, одна из решающих битв. Сейчас посмотрим, насколько круто справится Раф и будут ли у него шансы вообще одолеть Крэнга Прайма уже в седьмой главе. Я думаю, у него большие шансы, ребята. Вы не забывайте, пишите об этом в комментариях, потому что нам интересно ваше мнение. Справится Рафаэль или нет, ребята? Но сейчас Ирма вообще не нанесла никакого дамага. 7000 контратака. И вторая контратака, повышенный урон. Практически, ребята, да, повышенный урон, конечно, играет решающую роль. Ну что ж, по факту одна атака, как ход именно, и Ирма повержена, все остальное на контратаке. Ребята, шикарно, это ж просто великолепно. Значит, мы сейчас отправляемся к Рэнгу Прайму, и у нас есть практически все шансы его одолеть. Большие шансы у нас на успех, только единственное, вот с первой волной нужно как-то расправиться. Наши любимые хиллеры, ребята, хиллеры постоянно здесь, но Рафи повысил себе защиту, и мы будем просто изнурительно их контратаковать. Да, пока все не склонят колено. Давай сразу хиллера одного вынесем, чтобы уже... Да. Минус один хиллер, ребята, нам будет легче намного. Провокация здесь со... Оу! Красавчик, а? Вот это атака, ребята. Айда, Раф, айда, молодец. Еще одна провокация и тоже с одного удара. Очень хорошо. Слушай, он выносит так мишек хорошо, а вот Маузера только со второго раза с одного удара вынес. Да, вот здесь тоже ему пришлось немножко помаяться, и победа. Шикарно, ребята, хелсы практически полные, нам бы надо сейчас, я даже не знаю, повысить атаку, не повысить, у нас я думаю, все-таки повысить, потому что, чтобы быстренько вот эту волну пройти и уже уничтожать. Не хватает ему мощности здесь, видишь? И дебафы сейчас пойдут, мне кажется. А нет, сопротивление, ребята, есть. Да, мощности чуть-чуть прям не хватает. Хотя повышенная атака нам бы против Кренга Прайма совсем бы не помешала, ребята. Но видишь, здесь нам еще здесь понизили атаку. И, конечно же, вот с такой перспективой очень не круто. Слушай, контратака решила практически всю весь исход этой битвы. И мы... Повышаем еще атаку и добьем его. Так, ускорение, да, не сидело? Да, скорость повышают, но я думаю, что это им совершенно не поможет, а только навредит, ребята, потому что Раф по одному всех добивает, 8000 дамага. Еще одна атака мимо, и все равно он контратакует, ему все равно, попали по нему, не попали. Он готов оказать сопротивление. И еще защиту повышает постоянно себе, ребята. А это значит, что мы выходим с атакой и защитой на Кренга Прайма. А это очень крутой расклад событий. Это прям успех, я бы сказал. Ну что же, берегись, огромный Крен. Главное, чтобы не классовая уязвимость у нас была, да? Да, это вот, кстати говоря, может стать камнем преткновения. Возможно, ребята. Если классовая уязвимость, то мы... А у нас классовое преимущество, вот у это... него классовое преимущество. У него классовое преимущество, точно, слушай, вот это вот нам не повезло здесь. По 3600 мы атакуем и... Ай-яй-яй-яй-яй, он наносит дамаг, но сейчас, кстати, слабее, но контратака 6000, ребята, вот это был удар. Если сейчас повесим на него дебаф... Да... Ребята, мне кажется, Раф на изи справился с Кренгом Праймом. Вот это ошеломительная победа. Раф красава. Ребята, кто так считает, ставьте лайки. Не забывайте также подписаться на наш канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Да, ребята, нажмите кнопочку, разместите наше видео в своих соцсетях. Мы будем вам безмерно благодарны. Спасибо, что нас смотрели. Ставьте лайки и до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.